Команда ЕСН ТВ на этой неделе вместе со специалистом по благоустройству Ларисой Луцеп провели осмотр детских площадок после реновации. В рамках реновации должны были устранить возможные поломки и износ, а также провести необходимое сервисное обслуживание. По словам специалиста по благоустройству Ларисы Луцеп, после реновации силамяевские детские места досуга соответствуют всем необходимым евронормам. Конкретно сегодня мы принимаем работу по реконструкции и ремонту детских площадок. Фирма «Тип-Тип-Тап» нам наконец-то сдала работу, установила на некоторых площадках новые элементы и на многих площадках отремонтировала сломанные элементы. Вот сегодня мы принимаем эту работу. Работой мы довольны, хотя немножко осталось недоделки, которые будем устранять. А вместе с заведующим хозяйственным отделом Юрием Петренко ЕСН ТВ подвела итоги ямочного ремонта. По словам Юрия Петренко, в этом году ремонт дорожного полотна или ямочный ремонт охватывал практически все городские улицы. На ямочный ремонт было выделено достаточно мало денег, но то, что мы планировали, мы все это сделали, и, в общем-то, ямки основные, кричащие, были устранены. Также был проведен ремонт дорог. Это часть дороги Румянцева, Туру вместе с тротуаром, в больничном городке Тервисе дорога и садик. В садике там тоже сделали дорожку. Вот. И в то же время есть еще один договор, который вот сейчас мы находимся на Маяковского. Вторая часть реконструкции Маяковского. Часть уже сделана, это вот парковки. И в настоящее время строители реконструируют тротуар вдоль детского садика. На следующий год власти планируют отремонтировать городские дороги в таком же объеме. В следующем году тоже будет ямочный ремонт продолжен. В этом году он шел в два этапа. Весной сделали основную массу, оставались небольшие деньги. И вот сейчас этими деньгами выполнены остатки ямочного ремонта. В следующем году объем ямочного ремонта будет не меньше, а может быть даже и больше. Следите за последними новостями нашего города на обновленном сайте «Молодой ЕЕ».